Всех рады приветствовать на своем канале. Очередное видео покупки Ашан. Сегодня 18 августа. К сожалению, на этой неделе особо я видео не снимала. Вот, ну давайте покупки Ашан. Так, вот такая лепешка. До 20 рублей. Это выгодно марки каждый день. Dreams 54. Сейчас по акции 69 рублей. KitKat. Вот такие шоколадки. Вот такой шоколад KitKat. Взяла лоск. Стоил он 300 рублей, сейчас 202 рубля. 2 килограмма 700 грамм. Там и персил по акции, там надо смотреть, много порошков по акции. А женские истории, невыдуманные истории. Телепрограмма 36. Взяла грунт, мне надо герань посадить, 57 рублей. Тут у нас 5 литров. Взяла для тряпки, у меня просто, ну вот порвалась вот эта штучка. До этого я брала в Ля Мерлен, там она подешевле 100 с чем-то. Здесь она 163, была салатовая, серая и оранжевая. Я взяла серую, хоть у меня салатовая швабра. Вот. 163 рубля. Так, муж взял воблы. Вобла у нас 523, 454 грамм на 237 рублей. Хлеб щелковский 29. Ватные палочки 49. Ашан попробовать взяла. Косточки 147. Лопаточку решила поменять 8 рублей. Мухобойки 9 рублей 24 копейки. 30 с чем-то рублей вот такая зубная щетка для мужа. Она мягкая. Так, носочки 39. Взяла вот такие масочки. Они сейчас по 59. Зеленым чаем и коллаген. Эклипс 31. Пластырь взяла 50 рублей. А еще остается по акции вот эта звездочка прополис. Когда горло, кашель, очень классно. Так, 49, а так она стоила 179. Мне кажется, это выгодно. Так, взяла вот такие вкусняшки кусочками 137. Ватные диски Белла 42. Кашка овсяная 14. Геркулес 14. Этот мин, если плов буду делать, он стоит 10 рублей, но есть подороже другой марки по 40 рублей. Вот такие мне очень нравятся. Они с маком, с абрикосовым вареньем, ромбики. 274 грамм на 100 рублей. Взяла ложку вот такую, ну, чтобы снимать пенку новую. Ложка-шумовка ретро. 80 с чем-то рублей. Вот, по акции сейчас очень много гель для душа Нивея, дезодоранта Нивея, Белла прокладки по акции, чистая линия шампунь, кто любит. Так, гречка, где-то, не знаю, до 60 рублей Ашан постоянно берем. А рис длиннозерный тоже до 60 рублей. Последняя отхватила, початки кукурузы, но она совсем молоденькая. Один початок 36 рублей, не то что в перекрестке 79, это очень дорого. Бананы весовые 65, пока дорогие, килограмм 316 на 86 рублей. Томаты розовые дешевые, они у нас вышли на 63 рубля, килограмм 73. Огурцы были тухлые, мы не стали брать. И перец российский, тоже не свежий был, щебекинский 50 рублей. Так, взяли два чебурека по 33. И взяли вот такие блины постные, попробую другие, которые по 79-69, или они горелые, или они жесткие, невкусные, не берите. Я не знаю, почему-то испортилось качество. Но попробуем вот эти 50 рублей, они вроде помягче, не такие жесткие. Муж взял попробовать вот такую аргентина североатлантическая неразделанная рыба. Посмотрим. Взял вот такие петруха, типа митболы. Не знаю, первый раз. Но петруха вообще-то нехорошая в качестве. Ну ладно, взял. Вот такой сейчас по акции оливковый майонез 49, сахар 34, лопатка свиная на 365, вот такая вот в маринаде. Подсолнечное масло, ну, до 60 рублей, ряженка 78, брокколи 61, а желудки халяль для собаки. Так, мой сельпром шашлык у нас 170,
Сметана особо выбора не было, что-то пустые полки, ну, потому что мы в воскресенье вечером пошли. Так, сметана из топленых сливков 38. Сыров Вкуснотеево 29. Две штучки взяла ванильные. Так, вискас желе взяла по 21 рублю, 3 упаковочки. И цезарь по 28. Фрутис 23. И такой фрутис 23. Эмергут 17 с копейками. И йогурт персик манго. Вот. Еще там по акции азер чай. Кто любит зеленый чай, по 160, что ли, со скидкой. Вот. Много чаев со скидкой. Пробежимся по чеку. Сумма покупки 4309 рублей. Покупки будут из Перекрестка. Приятного просмотра. Жду от вас комментариев, лайков. Подписывайтесь на канал мой. Не пропускайте видео покупки Ашан, потому что они многие интересуют. Многие там закупаются. Так что всех целую, обнимаю. Приятного просмотра. Посмотрите, какую красоту я подарила маме. Смотрите, какая красота. Самые дешевые цветы это на Рижском. Посмотрите, какая. Просто красота. Крупная. Были белые, розовые, вот эти самые дорогие. Они еще такие длинные. Купила мороженое на мамин день рождения 13 августа в палатке. Вот такой 245 рублей стоит «Жемчужина России». Мы не первый раз брали. Еще в красно-белом типа такого есть. Но там может подешевле. Айсбери делает. С кофе, чайком, мне кажется, очень выгодно на день рождения покупать в фикс-прайсе. Ну, это мы сейчас сидим, сыр Чесил 77, вот такой дымов сырокопченый бекон 99, теперь огурцы у них вот такие, ну, это на стол нарезать, не в салат, 55 рублей. Появилась фасоль запеченная, так, вот такой 18, нагутинская вот такая вода. Так, мультифрукт 55, вот такой взяла морс. 99 брусничные. И взяла, ну, когда вторая партия гостей придет, нарезку дымов коньячная. Вот. И себе взяла попить сейчас боржоми. На 500 рублей была закупка. Воду, соки, мне кажется, очень выгодно. Бытовую химию брать в фикс-прайсе. Покупки перекресток, колбаса брошвенская, видите, 1300. Ну, взяли попробовать, 72 грамма нарезанная. На стол просто положим. Вот. Так. Виноград там разный был, по 79 и... 200, я взяла такой фиолетовый, кадрянка, 169 килограмм, я взяла на 678 грамм, 115 рублей, он такой кисло-сладкий. Взяла сыр Маздам и взяла на стол нарезать сыр Эдам, вот. Потом взяла картофель мытый, 39 рублей на 53 рубля, вот. И взяла попробовать комплимент. Гель умывания, очищение здоровой кожи, уничтожает бактерии на поверхности кожи, матирует, сужает пору, обеспечивает длительную защиту от прыщей и воспалений. Не содержит спирта, стоит 119 рублей. Здесь у нас сколько миллилитров? 200 миллилитров. Вот такие покупочки из Перекрёстка. Покупки фикс прайс. Вот такие, типа как маршмеллоу, стоят 27 рублей. Fresh Bar 27 рублей. Сады Придонья сок 55 рублей. Эклипс 27,50. Ананасик. Наконец-то я нашла в третьем магазине. Посмотрите, как наша карта смотрится. Класс. И купили творог рязанский на 640 грамм, где-то 160-170 рублей. 5%. Покупки в Билле. Вот такая краковская колбаса, 79 рублей по акции. И в красном-белом вот такие получились каноли Милк. Слоеная трубочка с молочной начинкой. Две упаковки он взял. 60 с чем-то рублей стоит. Мне кажется, прикольненько. Руслада делает. Покупки Перекресток. Салат Цезарь. Вроде 150 рублей, но мне захотелось, я взяла. Тут соус, черри, вот видите.
Так, чебачи по 99, две упаковки взяла. Пока молоко там 50 чем-то рублей, домик в деревне взяла. Потом взяла вот такой попробовать риет из скумбрии с лесными лисичками. 79 рублей. Посмотрим. Так, яблоки взяла, пока они по 79, яблоки сезонные. На 54 рубля, они прям такие ароматные. Вот. Кто знает, где подешевле, початки кукурузы продаются, например, по 50 рублей. Все, я бегу в этот магазин, везде по 75, очень дорогие. Активия по 25,90, вот, только смотрите, срок годности тоже взяла. И нектарины вот маленькие, узбекистанские остатки, 119 на 47 рублей 400 грамм. Потом, самое главное, кто любит мишку на севере, 499 рублей килограмм, я взяла на 406 грамм на 202 рубля. И вот эта смесь со скидкой 99 рублей. Маме взяла слойку с малиной. И при входе там девчонки раздавали перфект для домашних кошек. А, один пакетик такой. И один, ну, сухой корм, я так поняла. И такая вот брошюрочка. Так, сумма покупки вышла, вот видите, под дождик попал, 1061 рубль. Какое красивое. У нас два гладиолуса выросло. Еще фиолетовый будет. Ну, немножко флокса. Смотрите, какой он красивый. Прям алый.